ты куда? Ты куда собрался? Ну и вали! Здравствуйте, вас приветствует информационная служба телеканала ОТВ. В прямом эфире программа «Время новостей. Итоги дня» в студии Юлия Макарова. И Иван Уткин. Вот о чем мы, наши коллеги, готовы вам рассказать в ближайшие полчаса. Запах, да? Очистные сооружения, которых нет. Алексей Текстер поручил Наталье Котовой решить проблему неприятного запаха, который мучает челябинцев. Задачу он поставил во время рабочего визита в металлургический район города. Все подробности расскажу я, Егор Хвисюк. Управляющие компании через прямые платежи населения просто не платили деньги, уводили и недофинансировали поставщиков энергии. Златоуст и МИАС должны за газ больше миллиарда. Сорвут ли города неплательщики начало отопительного сезона? Разбиралась я, Эльвира Хафизова. Главный храм Челябинска обрел голос. В день крещения Руси в строящемся кафедральном соборе Рождества Христова прошел чин освящения новых колоколов. Подробнее об этом расскажу я, Иван Лежнин. Алексей Текстер поручил Наталье Котовой разобраться с проблемой городских очистных сооружений и провести их модернизацию. Поводом стал неприятный запах, который стоял во дворе школы номер 94. Егор Хвисюк расскажет, какие еще объекты посетил глава региона во время поездки по металлургическому району. Запах, да? Очистные сооружения, которых нет. Водоканальные. Надо наводить порядок с этим совсем хозяйством. Дышать невозможно. Неприятный запах – постоянный спутник жителей северной части города. Алексей Текслер заявляет, проблему надо решать. Зловоние от очистных сооружений несколько лет мучают горожан. Каждый раз, вот, если ехать в сторону Екатеринбурга, каждый раз в одном и том же месте все знают, какой запах стоит. И это много-много лет, много десятилетий одно и то же. Давайте наведем порядок. Алексей Текстер сегодня инспектирует металлургический район. Глава региона посещает несколько социальных объектов. Одна из точек – плавательный бассейн «Строитель». Вот он будет выглядеть вот так, прессор быстро отсанущий. Значит, в отличие от этого бассейна, которому более 40 лет, это будет адаптировано к занятиям инвалидов. Бассейн реконструируют. На ремонт потратят 125 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Демография». На эти деньги построят дополнительную ванну. Для этого возведут пристрой к основному зданию. Заниматься плаванием сможет больше челябинцев. А город получит возможность принимать соревнования мирового уровня. Когда мы проводим крупные соревнования, иметь большую разминочную ванну. Вот со строительством вот этого 25-метровой чаши мы будем иметь полноценный комплекс для проведения любых соревнований. Следующий объект – школа номер 94, а точнее пришкольная территория. В ближайшем будущем здесь построят новый стадион с искусственным покрытием, а также несколько площадок для занятий командными видами спорта, воркаутом и бегом. Алексей Текслер поручает справиться с задачей в рекордные сроки. Когда будет конкурс? Конкурс, прием заявок 31-го, 7-го числа заключили договор. Да. Августа. Августа, да? Да. За месяц, ну, думаю... В принципе, за месяц реально. С инспекцией глава региона заезжает и в городскую больницу номер 8 и распоряжается направить миллион из областного бюджета на закупку нового медоборудования и развитие телемедицины. Какой-то серьезный. Сколько его? 2,6. Посещает глава региона и главное производство металлургического района ЧМК. На этом заводе работал отец Алексея Текслера. Поэтому с особым интересом знакомится с уникальным производством рельсобалочного стана. Здесь делают 100-метровые цельные рельсы. Причем мы не только в России. Евронормы. Вообще в России никто не производит. После глава региона проводит встречу с сотрудниками предприятия. Вопросы, которые задают специалисты, касаются не локальных, а важных для всего города и региона проблем. Это субсидии молодым семьям, ремонт дорог, экология и, конечно же, объекты, которые строят в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Алексей Текслер заявляет, все они будут закончены, в том числе и общественно-деловой центр через реку МИАС. Мы сейчас активно ищем инвестора, в целом уже понимаем, какое будет наполнение, какой будет функционал этих площадей. Это точно будет то, что будет востребовано людьми, простыми людьми, как я, как вы.
Также глава региона отмечает, в будущем преобразится и сам район. Обновят два сквера. На каждый потратят по 6 миллионов рублей. Егор Хрисюк, Андрей Ярушев, Павел Клементьев, ОТВ. В регионе и по всей стране не хватает рабочих профессий. Заводам и небольшим компаниям нужны специалисты со средним и среднеспециальным образованием. Данное исследование предоставил ресурс HeadHunter. Сейчас расскажу подробнее. Итак, больше всего на рынке труда недостает токарей, слесарей и техников. Сейчас их нехватку оценивают в 43% от необходимой. Люди с высшим техническим образованием, а это инженеры, машинисты крана, металлурги, нужны уже в меньшей степени, всего 41%. Причем 73% работодателей отметили, что главным качеством их работников должны быть навыки и знания. Также в стране фиксируется невысокий спрос на педагогов средней школы и бухгалтеров. Что интересно, в этом году внезапно оказались за бортом некоторые специалисты в сфере IT. Это начинающие программисты уровня джуниор. Угроза нависла и над сотрудниками банковских офисов. Их количество будет сокращаться по мере ухода специалистов этой сферы в онлайн. Спасибо, Иван. Запрет на движение спецтехники в Челябинске будет действовать до конца лета. Об этом рассказала временно исполняющая полномочия мэра Наталья Котова. По городским магистралям грузовикам запретили передвигаться с 9 утра до 9 вечера. После резонансной аварии, которую спровоцировал автокран. Цель одна, чтобы этот транспорт в городе не перемещался в дневное время, то есть не нарушал движение основного транспорта, который будет перемещаться по городу Челябинску. Разработаны схемы совместно с ГИБДД, утверждены передвижения большегрузного транспорта. Не будет направлено движение все в объезд стороны города, будут выставлены аншлаги, будут предупреждены сотрудники ГИБДД. Ввести запрет на передвижение, погрузку и разгрузку крупногабаритной техники в дневное время потребовал глава региона Алексей Текслер из-за крупного ДТП в Ленинском районе. В пятницу на съезде с моста у автокрана предположительно отказали тормоза. Машина на огромной скорости сбила пешехода и протаранила 3 пассажирских паза. Травмы получили 9 человек. 3 остаются в больнице с ушибами и гематомами средней степени тяжести. Погибший пешеход был гражданином Узбекистана. Консульство страны совместно с узбекской диаспорой в Челябинске решает вопрос по отправке тело мужчины на родину. Стараемся через Москву выйти на фонд помощи трудовым мигрантам. Это Министерство труда и занятости внешней миграции в Республику Узбекистан. Вот при помощи их мы хотим отправить тело погибшего на родину Ташкент. Узбекская диаспора в Челябинске собирает деньги и для помощи в организации похорон их отправят семье погибшего. О состоянии пострадавших в ДТП и организации движения спецтехники по городу Наталья Котова доложила главе региона Алексею Текслеру. На двусторонней встрече. Да, это очень важно. Плюс с полицией договаривались о том, что они проведут ряд рейдов по технической готовности большегрузного транспорта. Обсудили не только безопасность движения, но и благоустройство Челябинска. В планах строить детские сады, школы и поликлиники в новых микрорайонах. Я хочу сейчас организовать работу по рассмотрению новых микрорайонов, которые строятся в городе Челябинске. Цель какая? Это комплексное освоение застройщиками этих территорий, потому что не секрет, что когда я приезжаю в эти микрорайоны, речь идет о том, что дома были сданы с не очень хорошим благоустройством и при отсутствии социальной инфраструктуры. Поэтому мы догоняем вот этими объектами уже эти новые микрорайоны. Городские власти изучат, сколько еще участков отдано под жилую застройку. Это поможет понять, сколько будет жителей, а значит и какая потребность в социальных объектах. Их планируют создать в 2020 и 2021 годах. Также новым районам нужны дороги, тротуары и скверы. Проводить благоустройство город готов совместно с управляющими компаниями и застройщиками. С последними такие работы нужно обсуждать еще на этапе выдачи разрешений на возведение домов, отмечает Алексей Текслер. Город развивается, и вот посыл, что развитие сегодня будет связано напрямую с развитием социальной инфраструктуры вокруг жилья, мы все свои градостроительные планы такой посыл должны дать. Текслер также поручает избавлять город от незаконных построек, а освободившуюся территорию обустраивать для жителей. Так, на минувшей неделе около кинотеатра «Победа» уже снесли все нелегальные ларьки. Теперь на площади будут проводить массовые мероприятия. После московского форума по урбанистике в Челябинске будут благоустраивать все по-другому. В частности, ставку сделают на развитие пешеходной инфраструктуры и необходимости новых парков. Что, когда и где сделают? Об этом говорят сегодня в программе «Есть вопрос». Гость в студии – глава Центрального района Челябинска Виктор Ериклинцев.
МИАС и Златоуст задолжали за газ больше миллиарда рублей. Два южноуральских города в числе самых злостных неплательщиков. Может ли это сорвать начало отопительного сезона? Эльвира Хафизова разбиралась. На носу новый отопительный сезон, и он уже под угрозой срыва. Муниципалитеты накопили огромные долги за газ. Самых злостных неплательщиков – Златоуст и МИАС. Их совокупный долг перед компанией «Новатэк Челябинск» – 1 миллиард рублей. В любой момент поставщик имеет право прекратить подачу газа. Ситуацию на контроль уже взяла прокуратура области и правительство региона. В долговую яму, со слов главы Вячеслава Жилина, муниципалитет загнали местные управляющие компании. Управляющие компании через прямые платежи населения просто не платили деньги, уводили и недофинансировали поставщиков энергии. При этом управляющие компании должны городу в три раза меньше, чем долг Златоуста за газ. Продолжает работать неэффективная котельная ЗМЗ «Энерго». Уголовное дело о превышении служебных полномочий возбуждено в отношении директоров предприятий «Теплоэнергетик» и «Коммунальный сервис». За последние годы руководство двух основных коммунальных компаний Златоуста сменилось по 4 раза. И столько же поменялись заместители главы по ЖКХ. Сейчас в этом разбираются правоохранительные органы. А мэру МИАСа прокуратура вручила предупреждение об административной и даже уголовной ответственности из-за больших долгов. Ну, у нас самые большие долги – это предприятие ОММЗ. Принципиально надо, чтобы они сами определились, будут ли они брать сети в концессию. В правительстве от глав потребовали определить меры по снижению задолженности за газ и предоставить план выхода из ситуации. Перед отопительным сезоном пристальное внимание со стороны правоохранительных органов и областного правительства ждет всех злостных неплательщиков за газ. Эльвира Хафизова, Яна Тормина, Антон Шмаков, ОТВ. Челябинские общественники предлагают назвать одну из улиц города в честь великого южноуральского снайпера. Идею обсудили в рамках проекта общественных инициатив «Текслер-2019». Активист движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова предлагает назвать одну из улиц Челябинска в честь великого снайпера Василия Зайцева, уроженца села Еленинка Карталинского района. Герой Советского Союза, гвардии капитан Зайцев за месяц ликвидировал 225 германских солдат и офицеров, в том числе 11 снайперов. Это был еще и великий воин, потому что его подвиг, непревзойденный снайперский, он до сего времени остается вот единственным таким уникальным. В повестке 9 историко-патриотических инициатив общественники предлагают открыть дворец национальной молодежи, установить в Челябинске памятник Салавату Юлаеву, создать трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне. После обсуждения проекты могут попасть на стол к Алексею Текслеру. И уже, ну, скажем так, при помощи определенной, ну, и политической воли, и административных, и финансовых ресурсов будут не только озвучены, как-то обдуманы, но и получат свою реализацию. Напомню, оставить свою инициативу на сайте проекта «Текслер-2019» может любой житель региона. Главный храм Челябинска обрел голос. В день крещения Руси в строящейся церкви Рождества Христова ненадолго приостановили работы. Провели праздничное богослужение и чин освящения новых колоколов. Их 13. Вес самого крупного – больше 8 тонн. Как звучит будущий кафедральный собор? Репортаж Ивана Лежнина. Вечная аминь, вечность твоя тайны, если не можешь, причастника, причастника. Голос митрополита разносится эхом по храму. Обычно голые бетонные стены сегодня украшены ликами святых. По углам каноны – специальные подсвечники, а в центре зала – аналои, столы с иконами. Строительные работы в возводимом Христорождественском соборе ненадолго приостановлены. В церкви проходит божественная литургия. Чин освящения колоколов для будущего кафедрального собора проводят в день крещения Руси. Инструментов для церкви отлито 13, по аналогии с апостолами и Иисусом. Изготовили колокола в Каменске-Уральском, Свердловской области. Звон самого большого благовеста будет слышен по всему городу. 6 лет назад фундамент кафедрального собора в честь Рождества Христова был заложен первый камень. Сегодня, в день крещение Руси, что очень символично, мы освящаем колокола. Уже через несколько минут со звоном первого колокола храм обретет собственный голос. И вот он, первый звук голоса храма. Колокола собора на 80% состоят из меди и на 20% из олова. Сверху покрытие маликоты. Оно будет отталкивать влагу и защищать сплав несколько веков. С этого дня колокола
возвещать людям, живущим окрест, о Боге. Будут напоминать им, что Бог над всеми над ними. Будут напоминать о вечных нравственных ценностях, которые нам всем Бог адресует. И которые, дорогие братья и сестры, в нашей жизни должны присутствовать. Высота готового храма Рождества Христова будет больше 60 метров. Окончание строительных работ запланировано на январь следующего года, после чего начнется облицовка. Когда собор будет полностью готов, сказать сложно, ведь возводят его на пожертвования. А пока колокола не подняли на колокольне церкви, позвонить в них разрешили прихожанам. Иван Лежнин, Андрей Ярушев, ОТВ. Через минуту сразу после рекламы смотрите в нашем выпуске. Что происходит на сборах в Словении в Челябинском тракторе и зачем известный итальянский певец Альбана вышел на татами в хорватском Загребе? Все подробности расскажу я, Ульяна Любимова, в обзоре спортивных событий. Мужчина пострадал, хозяин, у него рука горела, получается. Была угроза взрыва, трехэтажный коттедж загорелся в Тракторозаводском районе. Есть пострадавший. Подробности расскажу я, Эльвира Хапизова, в рубрике «Происшествия» на ОТВ. У вас несколько кредитов в разных банках? Тяжелая задача. Сделаем ваши кредиты легче. Рефинансирование позволит объединить несколько ежемесячных платежей в один платеж, уменьшить процентную ставку и избавиться от затрат на страховки. Рефинансирование Челиндбанка – легкое решение тяжелых задач. Полные условия на сайте банка. Реклама. ПАО «Челиндбанк». Парад и грандиозный салют. Сухопутный МИАС отметил День военно-морского флота. Более 300 жителей города собрались на берегу озера Тургаяк. На праздник пришли и представители ракетного центра имени академика Макеева. Две сотни моряков в тельняшках стройным шагом идут вдоль берега озера Тургаяк. Хлопают друг друга по плечам, пожимают руки. По традиции к причалу швартуется катер, украшенный Андреевским флагом, главным стягом военно-морского флота России. Владимир Ильичев родом из Южноуральска. На флоте прослужил 2 года в Североморске и Северодвинске. Сейчас работает в ракетном центре МИАСа. Вообще, счастливая случайность, скажем так, то, что я устроился на ГРЦ. Совпали, да, военная профессия, электромеханическая боевая часть БЧ-5. Командир отделения электриков был. И командир группы разведки первой аварийной партии, то есть БЧ-5. Ну и сейчас работаю на ГРЦ электромонтером. Несмотря на то, что МИАС – город сухопутный, в нем живут матросы и мичманы, прапорщики и офицеры. Многие из них работают в государственном ракетном центре. Именно там разрабатывают баллистические ракеты для подводных лодок, производят уникальные узлы и корабельную аппаратуру для управления и контроля ракетных комплексов. Как говорят работники завода, машиностроители – это кулаки и зубы российского военно-морского флота. Курсанты бросили монеты на счастье. В Челябинске 150 выпускников военно-воздушной академии получили звание лейтенантов. Офицеров боевого управления выпустилось втрое больше, чем год назад. Куда они отправятся служить дальше, Артур Ишпулатов расскажет. Выпускники подбрасывают в небо монеты. Многолетняя офицерская традиция означает, что служат военные родине не за деньги. Еще одна традиция для военных – прощание со знаменем. Под звуки барабанов они снимают фуражки, преклоняют правое колено и из рукава кителя каждый достает гвоздику. Лейтенанты отправятся дальше служить в разные города – от Владивостока до Калининграда. Некоторые останутся в родном филиале и будут проходить службу в Челябинске. По распределению я остался здесь, так как краснодипломник, остался в филиале на инструкторской должности, то есть буду помогать таким же, как я, только помладше, осваивать азы военной науки. В планах лейтенанта Мацины защитить кандидатскую и дослужиться до звания не ниже полковника. Еще одна мечта – возглавить родной филиал. Роман берет пример с отца. Андрей Мацин работает преподавателем в академии. Для меня было это, честно признаться, неожиданностью, хотя весь путь предполагал это. Он прошел 5 лет кадетского Оренбургского президентского училища. Сам я уже, наверное, около 15 лет преподаю здесь, но я не думал, что он изберет себе этот путь. В этом году Челябинский филиал военно-воздушной академии окончили 150 человек. Красный диплом получили 20 лейтенантов. В новую жизнь их отправляют преподаватели, а также родные и близкие.
Сегодня у нас юбилейная дата, юбилейный 110-й выпуск офицеров боевого управления. Выпуск необычный, потому что сегодня мы за многие годы выпускаем достаточное количество молодых специалистов. В течение 5 лет они получали знания, умения, навыки, и сегодня они вливаются в стройные ряды воздушно-космических сил. Набор новых курсантов уже завершен. На специальности штурман и офицер боевого управления поступили 340 человек. Сейчас их ждет курс молодого бойца, а в сентябре они примут присягу и сами начнут копить 5-рублевые монеты к своему выпуску. Артур Шпалатов, Денис Киселев, Леонид Клименчук, Виталий Пастухов. ОТВ. Юные поисковики Златоуста нашли кости древнего мамонта, шейные кости, челюсти и обломки черепа. Раскопки проводили в районе села Кувашим. За 5 дней школьники обнаружили не только мамонта, но и орудия труда 18 и 19 веков. При осмотре русла реки в боковых частях, где уже идет берег, под травой, под землей, я наткнулся на 2 кости. Это на обломок челюсти. И на первый шейный позвонок – атлант, на котором держится голова. Эти кости мамонта участник поискового отряда Илья Рубцов нашел в русле реки. Увидел случайно и сразу определил, что это древние останки, рассказывает юный поисковик. Вместе с ними нашли топор 19 века и косу 18. Работать приходилось в тяжелых условиях – и в жару, и в дождь. Если проходит дождь, сразу набирается объем реки, поднимается вода. Вода становится мутной, уже не видно, что находится на дне, и приходит уже делать все на ощупь. Экспедиция по поиску костей мамонта прошла с 19 по 24 июля. Поисковый отряд Златоуста проводил археологические раскопки в районе поселка Куваши. Юные поисковики обнаружили несколько костей мамонта, которому почти 10 тысяч лет. По пояс в воде ребята, в УЗК, в этих непромокаемых костюмах. Ну, сложная работа в реке. В общем, я даже сам удивляюсь, как ребята нашли какие-то вообще предметы, потому что это надо было все в воде. Ученые предполагают, что там находится не один, а 2 древних животных. Юные поисковики экспедицию закончили, но на месте продолжают работать археологи. Найденные кости передадут в Златоустовский краеведческий музей. Несколько десятков одиноких собак и кошек нашли хозяев на фестивале гуманного отношения к животным. Он прошел в Челябинске уже в 3-й раз. Площадкой стал парк Гагарина. Четвероногие оперативники, моряки, пчелки и принцессы. В ярких костюмах красуются почти 60 собак. Это дефиле гав-шоу. Наряды этим питомцам шили хозяева. Свое первое платье примерила сегодня Туся. Она жила в приюте, но теперь отправится в собственный дом. Новая хозяйка приехала на фестиваль забрать одинокого щенка. Искали собаку в приюте, то есть изначально есть уверенность в том, что в приюте за ними все-таки смотрят лучше. И изначально там берут собак уже как бы с тем, чтобы пристроить их в дальнейшем. То есть собаку искали и как бы ждем сейчас прививки второй. То есть уверен в том, что собака здоровая, собака привитая. Проводят на фестивале и выставку животных с ограниченными возможностями. Эти бедолаги потеряли лапы или получили другие травмы, но тоже заслуживают любви и заботы, уверены организаторы. На сегодня у нас работают 3 основные площадки. Это ринг, сцена с выступлениями и большая аллея с различными услугами. Задействовано более 50 волонтеров на всех площадках. Гостей сложно посчитать, потому что поток людей очень большой. Гости фестиваля могли забрать питомца домой и получить консультацию по дрессировке. Воспитанием занимаются и в Челябинском зоопарке. Молодая мать пума Анжелика учит своего детеныша простым навыкам стоять уверенно на ногах и как вести себя за обедом. 2-месячная Миссури утро начинает с игр. Маленькую пуму все реже заносит на поворотах, и малышка с каждым днем увереннее стоит на ногах. Появляются и хищные инстинкты у дикой кошки. Миссури уже таскает у мамы самые большие куски мяса и с увлечением обгрызает кости. Детеныш появился на свет в конце мая у пары Анжелики и Лео. Пятистая кроха, их первенец. Когда хищник повзрослеет, пятна у нее исчезнут, и шерстка приобретет коричневато-желтый цвет. Если у вас есть интересное видео, звоните по номеру горячей линии или пишите в Вайбере и Ватсапе. Номера на экране. Сразу после выпуска Ульяна Любимова с главными спортивными новостями дня. Встретимся на ОТВ в 10 минут первого.
Купаты балыковые. Давно мечтал о таких. Приготовленные из рубленого мяса. Сочный, насыщенный вкус. Минимум жира, соли и специй. Купаты балыковые «Равис» 149,90 за упаковку. Ваш Volkswagen Polo в автоцентре Керк с выгодой до 10% по госпрограмме. Плюс индивидуальные условия покупки. Узнайте подробности у официального дилера Volkswagen в Челябинске на сайте kerk.ru. Volkswagen. Чтобы найти классную работу, нужны полезные знакомства. Знакомьтесь, Зарплата.ру. Знаю надежных работодателей. И помогу найти работу на работе. Просто скачай приложение. Зарплата.ру тебя устроит. Здравствуйте, это новости спорта. С вами Ульяна Любимова, и мы готовы поделиться главными событиями уходящего дня. Зачем известный итальянский певец Альбана вышел на татами в хорватском Загребе? И что происходит на сборах в Словении в Челябинском тракторе? Все подробности в нашем обзоре. Защитник трактора Игорь Исаев травмирован на сборах. Его в Мариборе заменил напарник по амплуа челметовец Петр Ясинский. Как отмечают в пресс-службе клуба, сделано это для того, чтобы не рушить игровые сочетания пар защитников. На восстановление Исаева уйдет меньше недели. А я добавлю, 19-летний Петр Ясинский, воспитанник школы «Трактор», начинал предсезонку в составе челмета. Прошлые два сезона провел в составе «Белых медведей» в МХЛ. Там набрал 35 очков, забил 8 шайб и отдал 27 результатов. А другого хоккеиста «Трактора», нападающего Андрея Ерофеева, на второй неделе сборов обрадовали хорошей новостью. У него родился первенец. Мальчика назвали Владимиром. Спасибо большое жене за сына. Я ее очень сильно люблю. Жалко, что сейчас далеко от них, в Мариборе. Такая у нас работа, это просто надо понимать. Но уже 4 августа смогу обнять своих любимых и начать наслаждаться отцовством. Буду стараться быть отличным папой. Напомню, что Андрей Ерофеев – уроженец Нижнего Тагила. Большую часть профессиональной карьеры провел в системе «Трактора». Лишь один сезон – в Тюмени. За Челябинский хоккейный клуб сыграл 27 матчей, в которых забил 2 шайбы. Челябинская спортсменка Вера Негодина стала бронзовым призером чемпионата мира по тайскому боксу в Бангкоке. И завоевать заветное золото ученице заслуженного тренера России Виктора Самсонова вновь помешала принципиальная соперница Алена Лешкевич из Беларуси, которой наша землячка уже дважды уступала на чемпионатах мира и Европы. Своими эмоциями прямо из Таиланда челябинская дюймовочка делится с корреспондентами нашего канала. Первый бой я провела с представительницей Швеции. Выиграла со счетом 27-30. Второй бой, к сожалению, я уступила белорусской Алене Лешкевич. Будем готовиться, будем настраиваться, набирать вес, добавлять физуху и пробовать, еще раз пробовать. И на следующий год я уверена, что все получится. Напомню, что заслуженный мастер спорта Вера Негодина является чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой России. Отмечу, что в общекомандном зачете первое место заняла сборная России, на счету которой 7 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. На высшую ступень пьедестала почета ступили 4 российских мужчин и 3 женщины. Среди них Илья Баланов, Мария Климова и Виктория Жбанкова. Наши соотечественники опередили хозяев ринга – тайцев. Денису Ярцеву из Челябинска также покорилась лишь 3-я ступень пьедестала почета, но уже в Хорватии на турнире серии Гран-при под дзюдо. В Загребе воспитанник заслуженного тренера России Виктора Масейчука в схватке за выход в финал уступил Тахару Бутбулю из Израиля. Однако в поединке за бронзовую медаль красиво уложил на татами призера чемпионата Азии Арату Тацукаву из Японии. Отмечу, что медали победителю и призерам в весе до 73 килограммов вручал на церемонии награждения знаменитый итальянский певец Альбо. И это 12-я награда Дениса Ярцева, завоеванная в турнирах мировой серии. Также добавлю, что в Гран-при в Хорватии участвовали более 500 спортсменов из 86 стран. И к другим темам. Футбольный клуб «Челябинск» выбыл из борьбы за Кубок России сразу же в первой игре, уступив на своем поле команде из Тюмени. Исход поединка решил один единственный гол, забитый гостями в конце овертайма. Александр Захаров продолжит.
Кубковый поединок прошел на стадионе «Локомотив», так как центральный пока закрыт на реконструкцию. Сейчас на арене идет замена поля. Работы начались неделю назад и закончатся к середине ноября. Место в воротах на кубковой игре занял Сергей Глазков. Основное время матча завершилось в ничью. Причем на один голевой момент гостей хозяева ответили опасными атаками Виталия Коркина и Никиты Зырянова. А в конце овертайма удача улыбнулась тюменцам. Отличился полузащитник гостей Артур Газданов, неожиданно переправивший мяч в ворота челябинцев ударом ножницами через себя. 1-0 в пользу Тюмени, которая идет дальше по кубковой лестнице. Обидно. Всегда тяжело проигрывать, особенно когда на последней минуте, тем более играть 120 минут. Поэтому, ну, ребята молодцы. Молодцы. Благодарю за игру, то, что они характер показали. Отмечу, что последний раз южноуральцы выбыли из розыгрыша Кубка страны на 1/128 финала в 2017 году, проиграв в Ижевске «Зениту» со счетом 0-1. Также добавлю, что 8 августа команды «Челябинск» и «Тюмень» вновь встретятся на «Локомотиве», на этот раз в рамках 4-го тура первенства страны. На сегодня это все. Далее происшествие. Эльвира Хафизова расскажет о ЧП в Тракторозаводском районе Челябинска. Там вспыхнул трехэтажный коттедж. Есть пострадавшие. Не переключайтесь. Ну и денек, прям как в кино. Может, в кафе? Да не, ребят, я домой. Семья ждет. Вчера квартиру получил. Служба по контракту. Времена меняются, традиции остаются. Ань, ну что там, ну скажи. Вижу, Дима, что ты будешь до конца своих дней работать да. В программе «Наше утро». Ой, ну слава богу, слушай, включайте свои телевизоры завтра. А, не-не, подожди. Что? Ой, я смотрю, новые участники у нас появятся. Соперники? О, проект «Лица 2», точно. Ух ты. Абсолютно каждый может принять участие, приходите, и, может быть, вы станете ведущим. Еще что там есть, ну-ка. Все. Эфир телеканала ОТВ продолжает рубрика «Происшествия». В студии для вас работаю я, Эльвира Хафизова. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Мужчина пострадал, хозяин. У него рука горела, получается. Трехэтажный коттедж сгорел в Тракторозаводском районе. Мужчина забирал деньги, которые передавали потерпевшие, для лжевнука. Южноуральцы воровали деньги у пенсионеров. Поиски пропавшего полмесяца назад рыбака завершены. И начну выпуск с огненного ЧП. Трехэтажный коттедж вспыхнул в Тракторозаводском районе. В нем находился банный комплекс. Есть пострадавшие. Языки пламени вырываются наружу, а черный столб дыма виден с разных районов города. Огнем оказался охвачен частный дом на Армавирском переулке. Судя по вывеске, внутри дома находился банный комплекс. Огнеборцы вытащили газовые баллоны. По словам очевидцев, в соседнем здании находился склад с пропаном. Была угроза взрыва. Горел второй этаж полностью, дом горел. Говорили, что еще дальше огонь уже развивался. Боялись, что склад взорвется, что вот загорится и взорвется. По данным МЧС, выгорело 1000 квадратных метров. На месте ЧП работали 40 огнеборцев и 17 единиц техники. Очевидцы рассказывают, пострадал хозяин жилища. У него обгорела рука. Его не госпитализировали. Сейчас сотрудникам МЧС предстоит выяснить точные причины возгорания. Не исключено, что замкнула электропроводка. Бывший вице-губернатор попал в ДТП под Челябинском. Пассажирка одного из авто в реанимации. А в столице Южного Урала ночью сбили байкера. Обзор дорожных происшествий в материале нашего корреспондента. Авария с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова произошла в Аргаяшском районе. Момент ДТП попал на видео. Вот «Лексус» начинает обгонять машину, выезжает на встречку. Из-за поворота появляется «Лада». В итоге удар. По предварительным данным, в белом автомобиле ехали двое парней и девушка. С различными травмами их доставили в больницу. Сильнее всех пострадала 19-летняя студентка. Она получила травму головы и сейчас находится в коме. Подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще одного пострадавшего доставили в больницу МИАСа. Травма сочетанная, то есть черепно-мозговая травма, скелетная травма, травма внутренних органов. Вот. Ну и поскольку имелось внутреннее кровотечение, то больной сразу был взят в операционную.
Вот где с ним работали хирурги, травматологи, анестезиологи. Вот, была сделана операция. Очевидцы утверждали, Косилов был якобы пьян. Однако алкотестер показал отрицательный результат. Водитель «Лексуса» прошел медицинское освидетельствование признаков опьянения. Не установлено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Точные обстоятельства выясняются.